С вами Ультра. И сегодня мы строим автоматическую ферму кактусу с помощью мода Thermal Expansion 3. Итак, давайте посмотрим, что нам потребуется. Разрушитель территории. Делается он таким методом. Инваровая кирка, заметьте, не железная. Два оловянных слитка, поршень и сервомотор. Стекло может быть любым, как из каких-то модов, вроде Extra Utilities, как у меня. И простым. Два железа и редстоун. Инваровая кирка. Ну, кирка понятна, а инваровый слиток делается примерно так. Либо с плавлением железа и никеля. Либо после приготовления инваровой смеси, плавление собственно смеси. Ничего сложного. Транспортная труба делается вот так. Два оловянных слитка и свинец. Может быть также прозрачная труба, но она требует закаленного стекла, которое требует обсидиановой пыли. И еще нам понадобится серповидный молот для настройки. Три железных слитка и один оловянный. Вроде бы все просто, давайте перейдем к постройке. Расставляем кактусы через один, можно в принципе намутить шахматы, как у меня. Давайте даже попробуем сделать именно так. Геморрой, конечно, получается в два раза больше, но я предупреждал. Итак, этот блок нужен чисто для вспомогательного. Так, здесь кактус улетит. Нам нужно поставить один блок. То есть делаем вот такую колонну в три блока. И вот таким образом ставим разрушитель, чтобы вот эта вот сторона пульсирующая была внизу. Высота должна оставаться два блока. Сажаем кактус. Я, наверное, кактусы пока что срублю. Это их рановато высадил. Делаем вот так. Не обязательно, чтобы блоки не над песком были именно разрушителями. Я сделаю ширину фермы в два блока. То есть вот так. Теперь выбиваю ненужные блоки. Они там никакой погоды не делают. И начинаю высадку кактусов. Преимущество этой фермы перед ручным сбором в том, что кактусы не падают куда попало. Допустим, если вы строите ферму в креативе, то можно зажать Shift и пробел одновременно. Далее расставляем трубы вот сюда на оранжевые квадраты. И начинаем пробовать их соединять. То есть получается вот такая вот конструкция. Давайте, наверное, подключим к тому сундуку. Делаем два клика, то есть она должна быть зеленой. Скажем так, приоритетная сторона, куда полезет лут. Я даже сделал вот так для перестраховки. Теперь нужно настроить систему. Кликаем один раз вот на эту синюю часть. Она покраснеет и стрелка перевернется, что значит, что принимающая труба становится отдающей. В принципе, все. Давайте проверим, как работает система. Разрушители оперативно съедают кактусы. В сундуке, правда, кактус появляется с задержкой около 10 секунд, как ни странно. Я, правда, не знаю, с чем это связано, но вот кактусы, мы видим, появляются. Вот, еще приползли. Отдает он их довольно медленно, может. Издержки, как говорится, производства. Там уже было 12. Ну, как-то вот так. Ферма довольно проста. А в следующем видео я, скорее всего, покажу, как можно сделать ферму руды, используя мод Thermal Expansion и Growable Ores. Замечу, мод Growable Ores позволяет выращивать руду в виде тростника.
Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, надеюсь, что вам понравилось. Ну а пока.